Всем привет, это канал Туманов Плей, с вами Владимир, и мы играем в игру God of War, третья часть, ребята. Продолжаем наши приключения. Мы нашли сундук Пандоры, точнее ящик Пандоры, и нам надо разгадать секрет, надо его как-то открыть будет, потому что в этом пламени сгорит тот, кто прикоснется к нему, поэтому мне нельзя касаться, но... Сама Пандора может его открыть. Короче говоря, нам надо как-то разобраться с этим. Найти Пандору. Ну а между делом мы идем и собираем опыт. Давай, открывай. Ввергнутые в хаос. Человечество дорого заплатило за смерть Посейдона, Аида и Гелиоса. Океан поглотил сушу, а небо закрыли тучи, несущие грозные бури. Вот так вот. Голова Гелиоса, находясь рядом с золотой пылью, наведите луч с помощью... Так, и раскройте секреты богов. Ладно, сейчас будем разбираться, где там навести надо. В общем, надо достать голову. Сейчас достанем голову и будем ей светить. Так, где надо подсветить? Где-то что-то может открыться, потому что эта голова волшебная. Но пока я не пойму, где и что нужно светить. Пробуем, может какие-то из этих окон откроются. Вот тут меч нарисован. Клинок хаоса, да, или что у нас там это называлось, как? И где выход-то, я что-то не понимаю. Подожди, может быть здесь где-то на стенах. Надо на цепь посветить, может быть на цепи что-нибудь. Обычно если что... А, вот, нашел. Нашел, давай свети, хорошо. Ничего себе тут кладут. Клад отыскал вообще нормально. Три сундука с опытом. Еще вон там крутой сундук. Сейчас посмотрим, что там внутри. Давай. О, ребята, круто. Глаз Горгоны. Найдено три глаза. Это у нас жертва принята. И у нас сейчас, по-моему, улучшение здоровья. Отлично. Здоровье увеличилось. Это очень круто. Еще бы таких глаз найти побольше. Так, а здесь что? А здесь, по-моему, надо стрельнуть, что ли? Я уже не помню. Так как? Давай с лука будем пробовать. Как эти камни-то убрать? Не получается. Ну, давай еще искать, значит, где-то должно быть... Должен быть еще какой-то проход. Включай фонарик, будем искать. Ну-ка, давай-ка искать. Здесь посвети. Ничего нету. Где же тут секрет? Дверь вот эта не открывается, я так понял. Дверь заперта. Ну, а куда идти-то тогда? Я что-то... А, вот, подожди, что-то светится. Ну-ка, ниже давай. Хорошо, посвети, повернись. Ближе подойди. Вот, картина какая-то. Вот это вот цепь баланса. Три бога ее держат. Три царя, точнее. Ну-ка, давай почитаем, что-то говорят почитать. Баланс сил. Музы сопровождают души в жизни. Три судьи в смерти, а между жизнью и смертью лежит ключ к пламени, что хранит баланс сил. Так, и что это значит?
Баланс сил. Ну хорошо, давай дальше открывать. Еще вот картина зашифрованная какая-то. Давай искать. Вот, кстати, ящик Пандоры. Ну-ка, давай зачитаем. Пламя Олимпа. Смерть ждет всякого, кто коснется пламени. Будь то бог или смертный. Но даже эта сила меркнет по сравнению с той, что скрывается в сердце пламени. Там офигенная сила. Надо ее как-то вскрыть. Вскрыть этот ящик. Но как? Вот здесь не хватает ручки. Почему-то пишут, что тут нет ручки. Рукоять втянута внутрь. За нее нельзя ухватиться. Как ее вытащить бы обратно? Ну смотри, картины-то мы открыли раз, открыли два. Может быть, вот это тоже открывается? Да, да, действительно, все хорошо. Давай смотрим. Судьи Аида. Судьи держат в руках судьбу Олимпа. Только в их власти находится Великая Цепь. Ну понятно, мы... А, вон он сидит, смотри что. Это кто? Гелиос, по-моему. Может быть, ты и силен, но вот скорости тебе не хватает. Да, я тебя сейчас догоню, иди сюда. Скорости не хватает. Стой! Ты был удачлив в битвах, спартанец. На сегодня удачи не с тобой! Че это не со мной-то? Ты куда попрыгал-то? Стой, говорю. Сейчас я за тобой прыгну туда. Только как? За что-то зацепиться надо, я иначе свалюсь просто так. Так. Почему ты решил, что сумеешь меня поймать? А как ты думал, мне в любом случае тебя надо поймать? Давай искать возможный выход. Ну-ка, посветим. А, подожди, а если луком стрельнуть? Не, никак. Давай поднимемся, может здесь что-то изменится сейчас. Не, давай, значит, искать дальше. Слушай, ну колонна же туда упала, я... Опа! Вот и все, да? Надо было лететь, наверное. А что-то почему-то он не мог прыгнуть до этого. Ну-ка, давай пробуем. Полетел. Да дальше, дальше. Ой, я почти выжил. Быстрое перемещение. Это понятно. Давай сейчас быстро перемещаемся вниз. R1. Олимпийская цитадель. Вон он стоит, надо за ним идти. Так, а куда идти? Ну, давай еще спускаться. А, вон крюк. Чем медленно? Сейчас я тебе покажу, как медленно. Дерзишь там. Ну-ка, давай. Ах ты! Горим. Эх, надо было быстрее, я думал, до меня не дойдет. Ладно. Давай еще раз. Вниз покатились. Олимпийская цитадель. Еще ниже давай. А, я не успел нажать, да как так? Еще раз. Ну, давай, цепляйся. Давай, я нажал уже. Вот здесь надо быстро прыгнуть. Да ты побежал! Ай! А мне-то что делать? Ну-ка быстрее, наверх, наверх, я падаю. Олимп наделил меня молниеносной. Да что такое, я не успел. Смертный. Надо было как-то быстро переместиться. Опять все по новой. Ну давай, ладно.
Давай, цепляйся. Быстро, быстро, быстро попрыгали. Как-то с правой стороны бы оказаться здесь. А, давай, 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 вот здесь хорошо. Потому что надо правее идти. Да отойдите вы нафиг. Из-за них я не смог прыгнуть нормально. А, я гонь опять. Да что такое? Так, ладно, понял. Теперь надо, в общем, с правой стороны зацепиться. А этих быстро сшибить. Поехали вниз опять. Вот ты мне задачку задал, а? Давай, цепляйся. Вон, их получается двое. Там еще один будет слева потом. Отошли вон! Быстро, 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 ползи, давай, левее, 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 прыгай. Да что такое-то, я не успеваю почему-то. Почему он так медленно влево перемещается, влево, вправо? Так, ладно, надо будет тоже с крестом перемещаться. Поехали, поехали дальше. Медленно. Иди нафиг. Я самый быстрый. Медленно ему все кажется. Сейчас тебе покажу медленно. Быстро, быстро, попрыгали, попрыгали. Давай этих убираем. Все, еще, еще. Еще, влево, быстро, прыгаем. Вот, надо скакать, скакать. Да иди нафиг, а. Ай, прыжок, еще наверх, еще, еще, еще. Еще быстрее, быстрее, быстрее скачи. Получилось, а? Отвалите, а, все отсюда. О, огонь! Куда? Куда дальше? Все, я успел от огня спастись. Это самое главное. Быстрее надо. Стой! Куда ты все от меня валишь? Я тебя все равно догоню. Что за статуя? Кто это? Зевс? Сейчас обойдем ее. Прыжок вниз. Вот резвый-то, а? Так, 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 куда теперь? Еще вниз, что ли? Ну давай, цепляйся. Неплохо, спартанец, но не слишком хорошо. Опа. Зацепился за краешек. Давай, беги уже, а. Как быстро бежать? Я успеваю, иди нафиг. Дальше куда? Рычаг, рычаг, нажимай быстрей. Ленивый смертный. Сейчас я тебя достану, подожди. Есть. Надо раскачаться и прыгнуть пока. Вот, вот так. Полетели. Ай! О, нет, куда? Цепляемся. Давай еще. Ты посмотри, что делает, а? Куда, 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 куда дальше? Прыжок двойной. Полетели. Так, надо быстрее, наверное. Хотя что, надо собрать все, что есть здесь. Магию, магию надо. Сейчас догоним тебя. Неплохо, Кратос. Ты почти у цели. Ты что закрылся там, сышь что ли, а? Открой дверь.
Эй! Ну-ка, давай сил придам. А, вон лесенка наверх. Двигаешься медленно, как и соображаешь. Куда дальше-то? Вон как, попрыгали наверх. Все равно достану тебя. Вот он ты, да? А ты забавный спартанец. Давай-ка еще... Че ржет надо мной? Ты че, блин? Спускайся давай, поговорим по-другому. Не, ну я так вряд ли пробегу. Давай же, Кратос. У меня будет другой путь. Но. Так, давай крутим. Заряжай катапульту. Сейчас мы его шарахнем, а. Бабах. И полетели к нему. Видал, что могу, да? Зазвенело в ушах. А теперь иди сюда, малой. Ты чё, блин? Думал, я тебя не догоню. Все разрушили. Где ты? Блин, опять он куда-то свалил. Давай все забираем. Что здесь еще? Сундук. Ну, у меня жизни целые. Вот сюда надо. Попрыгали. Ай, да не сюда, вниз-то. Ты куда прыгаешь? Перепрыгнуть надо было всего лишь. Подожди, вот вас же я еще не собрал. Готов, полетели. А то научился вниз летать. Теперь надо в бок научиться летать. Смертный не может одолеть меня. Может, может, иди сюда. Ах ты, ничего себе. Ну-ка, давай-ка. Подожди. Еще выходи. Химера с тобой совладает, понял? Да что ты, юркий-то такой, а? Давай сюда. Вот и все. Еще медленно, никто не медленно соображает. Давай быстро сейчас тебя присанем. Готов? Я всегда буду быстрее тебя. Ой-ой-ой, не то что-то нажал. Ну, выходи. Да ты че такой, а? Я все равно быстрее тебя. Эй. Это сейчас проверим. Все? Я думал, спартанцы сражаются честно. А ты хочешь убить меня, когда я даже не могу защитить себя? Нечестно. Но у тебя ведь свои понятия о чести. Правда, Кратос? И что принесла тебе твоя честь? Ничего, кроме ужаса перед поражением. Сегодня ты одержишь надо мной победу. Но потом, Кратос, окажется, что ты предал лишь самого себя. Ну все, это были твои последние слова, чувак. Погоди. Еще раз возьми. Понял? Не отстану. Уходи. Иди сюда.
Чё он делает, я не пойму. Может, хватит? А, он просто целился хорошенько. Мухи полетели из него, вонючки. Мухи-вонючки. Дал, что у нас обновилось тут. Па, ножи какие-то новые. Сандалии Гермеса. Ничего себе. Эти сандалии дадут вам быстроту и ловкость бога-посланника. Сейчас будем бегать вообще быстро. L2 нажми крест. Так. О! Ну быстро, но толк есть от этого, нет? Ничего себе, он забирается. Ладно, побегаем в следующей серии, ребята. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. А мы вот пойдем вот по этим следам дальше. В следующей серии увидите. Всем удачи, всем пока.